Это сейчас в парке Ленина ни души, но уже в эту субботу здесь зазвучат голоса. Общественники, журналисты и просто неравнодушные выйдут на пикет в защиту зеленой зоны. Ожидается около 50 человек. Они выйдут с требованием: первое – очистить парк от зарослей. Второе – получить окончательный отказ от планов строительства ФОКа. Они отказались до 2023 года. То есть, я так понимаю, есть какая-то волна, вот дают деньги, они два ФОКа построят или три, сколько там освоят, если успешно, им дают еще следующие деньги и так дальше. То есть угроза, но все равно она... Да, они отказались не полностью, только они же отказались от одного участка, и то на время. Активист Юрий Красильников пояснил, что все присутствующие на пикете могут поставить свою подпись в поддержку парка. Письмо будет направлено губернатору края. Кстати, волна пикетов прогремит и на следующей неделе. 19 числа запланирована акция протеста в поддержку сквера АГУ, который хотят отдать под новый корпус классического вуза. Правда, некоторые общественники думают, что если парку Ленина митингами помочь можно, то скверу нет. То, скорее всего, руководство вуза не пойдет на уступки. Ну, по моим ощущениям, нет. Они очень категоричны в этом отношении, и я не вижу никаких от них возможностей, грубо говоря, действительно не то что подвинуться, да, а найти что-то новое. Правда, пикет в поддержку сквера пока не получил одобрения властей, но в любом случае бороться за легкие города, которые все чаще уничтожают, активисты продолжат, и их уже не остановить. Валентина Аскерова, Алексей Фризин, Александр Антропов. День с толком.